это Сергей Рубцов. Он телеведущий и неравнодушный красноярец. Он хочет, чтобы наш город изменился к лучшему. Он устраивает экскурсию для тех, кто может сделать Красноярск удобнее и уютнее. Его гость на сегодня – Константин Сенченко, политик и бизнесмен. Взлетка стоит, на взлетке пробки. Это ошибка проектирования. Я добиваюсь хотя бы того, чтобы в вечернее время, ночью и выходные дни там можно было парковаться. У нас порой экспертами являются люди, которые не имеют там профильного образования в 2016 году. Хотя-то наук 9 человек уехало, приехало 0. Это появится только некая возможность опять шантажировать предпринимателей. Сегодня в администрации города на уровне исполнительной власти нет людей, кто имеет опыт работы в малом и среднем бизнесе. Смотрите сегодня в новостях «Прима» в 19:00.